первое, с чего начинается, когда мы приезжаем туда, это к его мощам прикладываемся, молимся, кофе. Очень сильно. Что-то хотел? Ну, сейчас будем. Чему? Георгия, собранные во храме Твоем пред иконой Твоей святой, поклоняющиеся люди, молим Тебя, известные желания нашего ходатая, моли с нами о нас, умоляемых от своего благосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наше спасение и житие нужное прошение, дарует нам всем православным христианам, братьям кадетам, всем нашим православным сродникам и рабам Божьим, протоиерею Алексею, Валентину, Лесбару, Артемию, Родиону, Тимофею, Никите, Владиславу, Илье, Филиппу, Сергию, Максиму, Александру, Иоанну, Игорю, Михаилу, Павлу, Григорию, Захарию, Анатолию, Артемию, Георгию, Максиму, Роману, Диодору, Тимофею, Вячеславу, Матфею, Илье, Игорю, Иоанну, 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 Андрею, Николаю, Владиславу, Никите, Дионисию, Александру, Владиславу, Семену, Дионисию, Александру, Олегу, Захарию, Александру, Павлу, Кириллу, Симеону, Константину, Владимиру, Георгию, Николаю, Даниилу, Ярославу, Божьему, Александру, Феодору, Ярославу, Михаилу, Владиславу, Ярославу, Владимиру, Артемию, Андрею, Артемию, Богдану, Владимиру, Сергию и всем православным христианам. Победы на сопротивные дары, да укрепит же данную Тебе благодати в обранях православное воинство и силу устоящих враг наших да не сложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы им и божественную помощь, и всем в скорби обстоянии сущим, многомощно яви Твое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да всегда прославляем Отца и Сына, и Святаго Духа, и Твое исповедное предстательство, ныне пресно во веки веков. Аминь. Святые Великомученичи Георгия, слава Тебе! Святые Великомученичи Георгия, моли Бога о нас, моли Бога о всех нас, о православных христианах, братьях, кадетах и о прихожанах святаго храма сего, о батюшке нашем, батарея Алексея, и даже нам всем здравия и спасения, приведенность к истинному поколению. Помоги нам во всех богоугодных делах, в учебе нашей службе, в служении Отечеству и Церкви Христовой. Помоги нам, святые Великомученичи Георгия, моли Бога о нас. Благодарим Тебя, святые Великомученичи Георгия, за все твои благодарения ко всем. Все, мои хорошие. Прокладывайтесь, прошу, молитесь, пойдемте вниз. Сейчас посмотрим. Мы еще на улице.
варенье есть, я не знаю, я надо, можно их брать, нельзя. Варенье. Да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный даст нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем нужды хорошим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, благослови нам пищу питье. Господи, даруй здравие и спасение во всем благое поспешение. Много лет раба Божьим Александру, Владиславу, Николаю, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Спасение рабам Божьим Николаю, Владиславу, Александру. Укрепи, Господи, в служении Отечеству нашему, Матери Церкви. Даруй здравия и спасения. Приведи их всех к истинному покаянию. Всегда и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Вот поздравляю вас, ребят. Данилов, Шишляников и Богачев. Поздравляю вас всех с прошедшим днем рождения. Кстати, нашу эту традицию надо продолжить. В прошлом году мы поздравляли, да, и вот я все собираюсь ваши все данные привести в порядок, чтобы я знал, когда у кого день рождения, именины, и будем так поздравлять друг друга. В первую очередь, я вам, знаете, чего желаю? Стать настоящими православными христианами, воинами Христовыми, настоящими христианами и мужчинами одновременно, потому что нам это существенно необходимо всей нашей стране, чтобы мы стали настоящими русскими православными мужчинами. Вот если мы будем такими, то наши семьи будут православными настоящими семьями. И также вся наша страна возродится благодаря вот этому основанию, фундаменту, который будет в вашем лице. Все, давайте кушать, ангела за трапезу. Брат, присаживайся. А, налить чайку? Да, вот эти чайку. Дайте, пожалуйста, воду. У нас вообще кружок наш, который, еще раз говорю, что православный кружок «Просвет», он существует сравнительно недавно. В таком формате, в котором он сейчас идет, он примерно с второй половины 2000 года учебного, 2017-2018, то есть прошлый год, который был, мы где-то с зимы учебного года, ну, начало 18-го года зимы начали вот этот самый проект, да, вот. И он сначала, мы знакомились с ребятами, сначала ограничивалось все в основном чаепитием, неформальной беседой, просмотром фильмов. А сейчас мы уже переходим к новому этапу, когда мы узнали друг друга, когда к нам подошли новые ребята. То есть, если мы вначале начинали с 20-30 человек, то есть у меня было две группы, примерно там по 15-20 человек в каждой, если так посчитать. Но сейчас уже не 20, не 30 человек, а именно стало 50, иногда 60 за три раза. То есть три группы появилось. И мы начали углублять наше взаимодействие, мы начали не просто общаться на темы, которые интересуют ребят, но и не только смотреть фильмы, но и планировать какие-то другие, более серьезные мероприятия, более серьезные действия, в числе которых благотворительность – это первое. И второе – это паломнические рейсы, которые мы планируем в ближайшее время. В частности, первый рейс, который был с участием ребят, он уже был, но там всего два человека было. Это как раз было лето этого года, 18-го года, в августе мы ездили. И два кадета шестого класса, сейчас они в седьмом уже, они были со мной и с другими взрослыми, которые были в паломничестве в Троице Сергиевой Лавре и в городе Москве.
мы ездили по святыням. Если они захотят, то в принципе могут немножко рассказать об этом удивительном для меня событии, об этом паломничестве, потому что на самом деле оно было для меня лично очень запоминающееся. Вот. Своей благодатной такой насыщенностью. Вот. Но если говорить, возвращаться к нашему кружку, все-таки хочется сказать о том, что мы сейчас планируем, собственно говоря, сугубо кадетское паломничество. То есть, когда будут ребята, их родители, чтобы не было других взрослых. Да, они православные, но тем не менее, мы хотим сейчас кристаллизоваться вот здесь, вот, да, в нашем кружке, чтобы какое-то такое ядро было активное, и чтобы это ядро могло повести за собой других ребят, других детей. И вот как раз в ноябре мы планируем паломничество в Астраханскую область, к святыням Астраханской области. Это Черный Яр, село Никольское, это Зубовка, где монастырь Жон Мироносец и так далее. То есть вот в три места мы хотим поехать. Это одно из направлений нашего взаимодействия в ближайшее время. Также мы хотим второе направление развить. И у детей, я вижу, живой интерес к этому – это благотворительность. То есть мы взаимодействие налаживаем с Домом Милосердия, православным Домом Милосердия, который находится в Красноармейском районе. И считаю, что развитие, расширение сердца, если говорить таким святоотеческим языком, да, расширение сердца, оживотворение сердца человека – это самое главное. Потому что суд без милости не сотворшим милости, как говорит нам священное предание. Потому что если даже человек и гору может переставлять, но нет любви, какой смысл, как говорит апостол, да, что я медь звенящий, кимвал брецающий, если не имею любви. А любовь, она в чем? Она же не только в молитвах. И даже не столько в молитвах, в таком возрасте особенно, когда они еще пока не стали монахами и сихастами, да, но они пока дети, поэтому самое, наверное, простое и одновременно, может быть, и сложное для некоторых, то, что они могут сделать, это дать что-то, частичку своего сердца другому взрослому или ребеночку, тому, кто нуждается. Вот поэтому я сейчас предлагаю детишкам активно участвовать вот в этом благотворительном нашем, даже не проекте, а деле богоугодном очень, которое призвано расширить их сердце. И не обязательно он будет выражаться там в деньгах или еще в каких-то там, или в продуктах, там, или даже в одежде поношенной. Может и не быть, может быть семьи такие бедные, что вообще ничего нет. Но никто не помешает, никакая бедность выразить свою сердечную симпатию, любовь через что? Через письмо какое-то с добрыми словами, через рисунок, через поделку, которая у любого, наверное, ребенка есть пластилин, есть бумага, есть карандаш, который как раз поможет, да, им передать свою любовь вот таким образом другому ребеночку или взрослому человеку, который нуждается. Вот я вижу живой интерес сейчас у детей, если говорить о том, как они относятся к кружку. Меня это, конечно, очень радует и вдохновляет, потому что, если честно говорить, первое время у меня были сомнения относительно того, нужен ли я здесь вообще кому-то. Оказалось, что нужен, и более того, нужен даже не я, а нужен Христос, что самое главное вообще в любой проповеди, потому что горе тому человеку, который к себе будет приводить своих, как говорится, адептов штамповать. То есть это неправильно, это недопустимо в любой проповеди, даже в проповеди обычного мирянина, коим я являюсь. Вот. Ну, и поэтому мне очень приятно, что дети реагируют, что дети хотят слышать о Христе, более того, они даже хотят жить в соответствии с Его заповедями. И еще третье, о чем хотелось бы сказать, помимо благотворительности и помимо паломничества, мы сейчас уже начинали с двух детей, да, с двух ребят, а сейчас вот уже 4-5 человек, которые занимаются церковно-славянским языком. Ну вот 4, вот сегодня конкретно 4 человека уже. Вот, а пятый, он, как говорится, так сейчас пока еще осваивается, присматривается. Вот, то есть это очень хорошо, потому что это значит, что у нас есть в том числе и литургическое будущее. Потому что если ребеночек начнет читать по-славянски, по-церковно-славянски, он захочет потом, возможно, и читать на клиросе. Вот. А если он захочет читать на клиросе, если его сердце проникнется такой большой любовью к Богу, к церкви, то, возможно, он потом и служить захочет. Вот. Поэтому я лично вижу, что дети очень
теплые такие, мне самому с ними хорошо. То есть это, кстати, тоже большой показатель, большой такой индикатор, когда учитель приходит не просто отчитаться или там что-то дать, но и получить от детей, от людей. То есть всегда это взаимосвязь, любовь или дружба, да, вот любая такая, любая теплая связь, она всегда двусторонняя. Всегда христианство говорит о двусторонности нашей связи, наших отношений с Богом, с ближними. Вот я чувствую, что наши отношения двусторонние, то есть не только я хочу какую-то частичку, пусть крупицу своего тепла отдать детям, но и они тоже. И они, по-моему, если мне правильно все это показывается, да, сердце чувствует, что они гораздо больше мне отдают, чем я им. Потому что не только потому, что их много, но и потому, что они дети. Они чище меня просто многие по определению. И многие как раз настолько не испорчены, что просто даже сидеть с ними рядом приятно или смотреть на лица этих детей приятно, потому что они на самом деле другие люди и отличаются от нас, взрослых, зачастую очень сильно. Вот сегодня интересно, кстати, я не планировал вот этот показ фильма, то есть мы говорили о паломничестве сегодня, да, и также мы говорили о благотворительности, вот о двух направлениях, но неожиданно тема перешла на личность старца Паисия Святогорца, и как раз вот мне пришло в голову, что у меня был в ноутбуке фильм о нем, и пришло в голову, что надо посмотреть, показать детям. И, безусловно, я увидел интерес в детских глазах, я увидел интерес к нему, увидел, что старец, он такой же, как и они, вообще-то, если так по-простому говорить, он такой же, как и они, он... Ибо монахи, они должны быть как дети, по слову Христа, будьте как дети. Монахи – это совершенные, призванные к совершенству христиане, поэтому они больше всего должны быть похожи на детей. Это первое. А второе, даже, знаете, какой символически, что с греческого само имя Паисий, переводится с греческого, означает детский. То есть он сам как ребеночек, да, не только по жизни, но и по имени. И, безусловно, вот эта его чистота, его такая детская искренность и горячность, и огромная жертвенность, она передается не только нам, взрослым, но и, наверное, больше детям даже, потому что они больше реагируют на это. Думаю, что эти кружки необходимы, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, потому что на самом деле дети хотят узнавать о Христе. Хотят, но они практически нигде о нем не слышат. Ни о Христе, ни о Матушке Божией, ни об ангелах, ни о святых. А если слышат, то в таком подчас суррогатном виде, как, допустим, в интернете, когда говорят, что сомнения о существовании Христа людям, детям в частности, да, всевается, о том, что церковь там какие-то недостатки имеет, хотя это не церковь имеет недостатки, а некоторые священнослужители или церковнослужители, то есть наш брат, может быть, и я согласен, да, не всегда ведет себя свято. Но на самом деле это всегдашняя проблема, когда человек носит какую-то форму, будь то церковную или военную и так далее, но ей не соответствует этой форме. Поэтому иногда детям внушается абсолютная белиберда, уж простым языком, ложь в отношении церкви. Внушается, что церковь вообще не нужна, а если и был Христос, как они говорят, то он, скорее всего, был историческим персонажем. Ну, конечно, мы должны с этим бороться. Мы должны говорить о том, что Христос – истинный Бог, о том, что церковь – это живое тело Христово, то есть сам Христос, который живет в нашей исторической реальности, который дает нам возможность вечной жизни. Мы об этом должны говорить на доступном языке везде, где нам благословил Господь. И мы должны искать возможности для этого. То есть, и, конечно, не надо навязываться, если нас не ждут. Там, в основном не ждут нас руководители, в основном не ждут нас взрослые, потому что правда глаза режет. Правда глаза режет, это однозначно. Потому что сам Христос, почему он такое претерпел? Да потому что он просто был ненавидим людьми из-за зависти, из-за того, что правда, она всегда обличает тьму, неправду, ложь, тьму. И свет всегда выявляет вот эту вот нечистоту. И поэтому часто нас не ждут, нас церковных людей, не ждут именно из-за того, что даже сам вид наш режет глаз того человека, который
нечист сердцем. Я не хочу сказать, что там, мы все святые, или я там тем более, да, но во всяком случае мы являемся представителями святой, соборной и апостольской церкви. И когда, элементарный пример, когда человек набедокурил и видит милиционера, даже если он последний алкоголик, бывают и такие, что греха таить милиционера, да, то все равно он его боится, потому что знает, что он представитель закона, слуга государства, и может, как сказать апостол Павел, да, что меч применить. То есть он говорил про властителей, что ты не просто так, значит, властитель носит меч. Да? Так и мы применяем главный меч, Слово Божие. Это еще сильнее меч, чем любой, который носит там человек, облеченный там властью. Вот. И когда мы говорим о правде, то, естественно, это обличается, вот это зло, ложь и так далее. Вот поэтому в основном у нас, наши препоны, они из-за взрослых. Дети хотят нас слушать, вот, и надо идти к ним. И говорить на простом языке, не на жаргонном, но на простом и доступном для них языке. И вести себя просто, вести искренне, потому что дети, как никто другой, чувствуют ложь. С ним на равных быть, не надо там ментором быть и там свысока о чем-то говорить. Вот. Надо говорить просто и о простом, самом простом существе во Вселенной, о Господе Боге нашем, Иисусе Христе. И надо, конечно, говорить всегда с любовью, вести себя с любовью, потому что это тот язык, который понимают все. Как говорил преснопамятный живущий ныне друг Паисия Святогорца, старец Афонский Гавриил корейский, в смысле, что это местность на Афоне, да? Итак, Гавриил Корейский сказал так: «Чадо мое, если ты хочешь, чтобы тебя понимали все люди во всем мире, у тебя есть два варианта. Или ты выучишь все языки мира, первое, или второе, ты выучишь один язык, который понимают все. Это язык любви». У нас у всех только два варианта. У меня представляется, что второй вариант, он хотя и тяжелый, сложный, наверное, даже больше, чем выучить все языки, но он самый лучший, ибо дает нам перспективу вечности. В Царстве Небесном на этом языке будут говорить все, больше ни на каком языке, только на языке любви. «И очистины от всякие скверны, и спаси, Боже, души наши». Садись, ребята. «Один мой друг предложил нам посетить Святую Гору. Я не знал, что такое Святая Гора, хотя и жил в Греции. И когда он объяснил мне, что есть такое место с монастырями и тому подобное, я возразил ему: и что мы туда пойдем делать? Он же мне говорит: пойдем по монастырям, там бесплатно кормят и предоставляют ночлег, а в промежутках при переходе из одного монастыря в другой сможем купаться в море. А у нас закончились деньги, и был уже конец лета, только поэтому я и согласился туда поехать. Между тем, когда мы были на Святой Горе, многое стало для меня сюрпризом. С одной стороны, мне очень понравилось само окружение, как оно устроено, сам образ жизни. Но наибольший восторг я испытал, когда уже стал беседовать с монахами. Тогда я обнаружил, что у них принята своя система ценностей, совершенно обратная той, что существует в обществе. Они отличались таким желанием послужить другому, чего никак не встретить в нашем мире. Меня это очень впечатлило. В монастыре, в котором мы жили, в монастыре Кудломуш, я познакомился и подружился с одним своим ровесником-монахом. Наши беседы произвели на меня большое впечатление. Он таким образом после всех наших бесед предложил мне встретиться с отцом Паисием. Я, естественно, не хотел идти, он же говорит мне: это здесь рядом, 20 минут отсюда. Ну что я туда пойду? Пойдем, я тебе говорю. Он же не такой, как мы. И что в нем такого? Он чудеса творит. И пошел я навстречу со старцем. Келья старца, где он жил, находилась посреди леса. И была огорожена вокруг забором из проволоки. А зачем он тебе? А ты разве мне не откроешь? Ну ладно, давай, открою тебе. Нацепил на проволоку ключ. И по этой проволоке спустил его вниз, от дома прямо ко мне до самой калитки.
Я открыл калитку, он попросил ее опять закрыть. Я ее запер и направился к дому. Когда я подошел, он был на балкончике сверху, а я внизу. Он обратился ко мне с просьбой: у меня упала кофта, ты мог бы мне ее подать? Действительно, я подошел туда поближе, подобрал кофту и потянулся вверх к балкону, чтобы отдать ее обратно. Когда я посмотрел в его глаза, я до сих пор помню его взгляд. Голова моя неожиданно склонилась вниз, потому что я увидел свет, свечение, выдержать которое было невозможно. Голова моя склонилась. То есть свет, который я видел, это сияние, свечение, это духовное величие, были не похожи на обычную вспышку или на яркий свет, но глубоко изменили меня, затронув мой ум, мою душу и мое тело. Я испытал восторг. Чтобы человек светился. Разве может из человека исходить свет? Что со мной произошло? Что же я видел? Когда я обошел вокруг, там я вновь увидел старца Паисия. Но на этот раз все уже было совсем по-другому, не так, как на балконе. Предо мной стоял обычный, приятный, пожилой человек. По истечении месяца я сказал себе, что это все уже произошло. Ты видел это сам. Чтобы разобраться, сделать выводы и понять случившееся. Вот два раза в этом году с ним виделись. Да. Общались. Написанное иеромонахом Исааком в 2004 году. Вот житие старца в русском переводе. Автор жития монах Исаак почил 16 июля 1998 года. Предки по плоти и духу. Акритские фарсы. Семья старца. Родина старца Паисия – селение Фарсы. Это было зажиточное греческое село, оплот православной веры, греческого языка и культуры в Каппадокийской земле. Сейчас эти территории принадлежат Турции. В Фарсах насчитывалось 50 церквей. Видя его святую жизнь и многие чудеса, к нему стекались не только христиане, но и родственники, преподобному Арсению Каппадокийскому. Имена детей Продромаса и Евлогии по старшинству следующие: Зоя, Мария, Рафаил, Амалия, Харлампий, Арсений, впоследствии старец Паисий, Кристина и Лука. Когда родился отец Паисий, родители хотели его покрестить. У тебя много детей. Я хочу дать ему свое имя. Разве мне нельзя ставить после себя какого-то монаха? Он именно так и сказал. А святой Арсений, никого не спрашивая, опустил младенца в купель, провозгласил: «Крещается Арсений». Там, как вы понимаете, были все родственники, и дяди, и тети. Они все начали кричать и возмущаться, обижаться на отца Арсения. Да кто он такой? Не спросил никого. Он и правда никого не спросил. Дал ему свое имя. Он тщеславный, а еще святого из себя строит. Святой Арсений слышал это, конечно, но продолжал таинство святого крещения со страхом Божиим. Как только закончилось таинство, святой Арсений пригласил всех и говорит: «Не кричите, — говорит, — не осуждайте меня, потому что этим грешите». Когда я взял ребенка и должен был сказать: «Крещается раб Божий», я увидел светлый крест на его лбу. И благодать в тот момент мне сообщила: он станет твоим преемником. Ты видишь, ты молчишь. Все. Я молчу. Вот ты говоришь.
придем уже. Истину, блажи Дитя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за Твое благословение на учение. Пресвятая Богородица и все святые угодники Божии, слава Вам. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась нас земных Твоих благ, не лишилась небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих решилась и спаси, мир дай и приведи к нам и спаси нас. Господи, благодарим Тебя за пищу и питье, которую Ты нам дал. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, преподобный Отче Паисий, моли Бога о нас. Вот, великий святой, он чудеса такие творит, он в моей жизни два чуда было с ним связано. Прям очень, он мне сильно помог, укрепил. Давайте, одевайтесь, ребята. Сейчас мы пойдем. Уже, ну, пожалуйста. У нас тут получается, так сказать, тоже как и в обычной школе, но только, так сказать, сидим на уроке в военной форме. То есть учителя обучают всей программе за 6 класс и за 5 класс в прошлом году. Значит, также, получается, самый нравящийся мне кружок, не кружок, а урок, это литература. То есть я люблю читать книжки, я люблю, значит, то есть, ну, интересоваться данным предметом. И учитель тоже, то есть он мне задает разные книжки читать. Говорит там, что отправляет меня на конкурсы по литературе. Так что вот. Вот наш кружок называется «Основы православия». Здесь мы изучаем весь... И просвет можешь назвать. Ну, просвет. Я назвал, да. Здесь мы изучаем весь православный мир. Или... Ты можешь своими словами, ничего. Да, ну, что делаем? Можешь изучаем православие. Сказать. Мы читаем на церковно-славянском. Это считается как дополнительный кружок. Смотрим фильмы про православие, о том, как люди помогают другим людям за то, чтобы просто была радость. О Христе, о Божьей Матери, да, смотрим, о святых. Да, о всех святых, о Христе нашем Божьем. О Боге, да. О Боге. О Божьей Матери, да. О Божьей Матери смотрим, конечно. Да. Мой любимый святой – это Митрофан Воронежский. У которого мощи у нас есть, да? Да, в этом храме есть мощи его. Он, ну, то есть... Я ему больше всего молюсь. Угу. Больше всего мне нравится. Я хожу на кружок «Просвет». Он мне очень сильно нравится, потому что мы на нем изучаем, как надо помогать друг другу и уважать. Мы смотрели много мультиков на православные темы. Я выделил одно из всех мультиков, фильмов, свою мысль. И я думаю то, что по поводу мультика «Твой крест», мне кажется то, что он настраивал человека на то, что человек должен быть всегда благодарен Богу, и он должен его ценить. Когда мужчина сказал: «Господи, дай мне крест другой, у меня тяжелый крест», Господь дал ему этот шанс. Он выбрал, этот человек, он выбрал свой крест. Маленький, деревянный, легкий. Потом Богородица. Про Богородицу рассказывалось. Очень интересно было. Когда жена, ну, там, в фильме, там женщина одна, она очень сильно болела. Она только из больницы. Ну, ей было очень тяжело ходить. Она пошла по пути священному, по которому ходила Богородица. Там каждый шаг — молитва. Она прошлась
останавливалась, молилась с остановками. Потом она прошла полностью, набрала земли святой, по которой ходила Богородица. И на следующий день произошло чудо. Она выздоровела. Еще у нас в храме произошло чудо. У нас иконы на самом верху, а окно, оно как бы посередине. Но когда солнце светило вверху, каким-то чудным образом свет попадал на икону, только на нее. И так до самого вечера. Вечером свет перешел на другую икону, на Богородицу. Я рассказал об этом чуде своей бабушке, она у меня матушка. Бабушка говорит: вот видишь, Бог существует, Он помогает людям и делает им добро. У меня, когда был очень сильный ушиб на руке, я его месяц лечил, не мог вылечить. Я пришел в храм, спрашиваю: бабушка, к какой иконе можно подойти, чтобы Господь помог? Бабушка говорит: к Пантелеймону. Я подошел к Пантелеймону, попросил: Пантелеймон, помоги, пожалуйста. На следующий день у меня рука, она у меня была опухшей. У меня опухоль стала проходить. И через неделю у меня рука полностью прошла. Еще произошло чудо с бабушкой. Ей 100 лет, она до сих пор живая. Она ходит в храм, она там помощница батюшки, и она следит за свечами, она помогает, ну, в алтарь, так как женщинам нельзя, мы выносим, там те женщины, которые хотят, они читают людей за оздоровление и за упокой. Эта бабушка говорит: дайте мне. Я говорю: зачем? Она говорит: я тоже почитаю. Я говорю: как? Она говорит: ну, одену очки и начну читать. Я говорю: ну ладно. Дал ей за упокоение. Она стояла всю... Она стоит каждый день. Всю службу. Да, такие чудеса были. Я как-то... Ну, днем иду по улице. Иду, гуляю, потом прихожу домой. У меня бабушка не может ходить. У меня было масло сутолоки. Я говорю бабушке: бабушка, ты веришь в Бога? Бабушка говорит: да, верю. Я говорю: бабушка, возьми масло и намажься. Бабушка говорит: хорошо, намажусь. Потом... Где-то через месяц она спокойно встала и пошла на улицу гулять. Потом у меня дедушка, у него третья стадия инвалидности. Я дедушке говорю: дедушка, мне Максим Анатольевич передал масло. Я говорю дедушке: дедушка, мажься. Дедушка начал мазаться. В итоге он начал уже лучше ходить, говорить он лучше стал. Потом у меня тут в корпусе произошло еще одно чудо сегодня. Я сегодня поднял мальчика, чтобы он дотянулся до иконы. У меня заболела лопатка. Я когда прикладывался к Пантелеймону, у меня она прошла. Я хочу им пожелать, чтобы они верили в Бога. Когда они на контрольных пишут контрольную, они пишут контрольную, написали ее. На следующий день у них либо 5, либо 4. Это на все Господня воля. Господь им помогает. Господь всегда с ними рядом. И ихние ангелы-хранители. Они им помогают, поддерживают их.
верьте людям в Господа. Вы даже иногда не замечаете то, что перед вами происходят какие-то чудеса Господни. Господь вам всегда поможет. Главное — молиться и верить в Бога. Мне нравится очень в корпусе. Я тут научился, меня научили очень хорошей воинской дисциплине. Я хочу тут учиться до 11 класса. И буду. Давай. Уроки мне все нравятся. В уроке православной культуры я люблю, потому что там рассказывается о святых православных. И учат культурно жить. Больше всего нравится молиться иконам. Молить иконам, смотреть фильмы, и все. Церковнославянский язык. Вот о, церковнославянский очень хороший. Я в этом году начал изучать, я понимаю многие слова. Служба, причем военная, нравится очень хорошо. Еще в училище хорошее пойду. И буду православным казаком. Мне еще запомнились фильмы «Богородица и земной путь», «Святогор», «Пресвятой». А «Паисий Святогорцы», да? Угу. «Паисий Святогорцы». Все тут очень нравится. И я тут учиться буду. Я хорошо учусь. Молодец. Я хорошо отношусь к учителям. Не огрызаюсь с ними. Потому что здесь мы общаемся по душам, то, что мы, как сказать, освящаем свою душу от грехов, мы познаем что-то новое о Боге, о святых, смотрим жития и молимся, в общем. Ну, здесь мы занимаемся то, что мы начинаем все это с молитвы Георгия Победоносца, так как он покровитель всех воинов. Дальше мы спускаемся вниз, нам Максим Анатольевич, преподаватель, включает жития, фильмы. Вот. На праздники он включает документальные фильмы там, о Богородице, о преображении Господня. И мы так узнаем о чудесах, о том, как Бог или Пресвятая Богородица защищает нас. И то, что я узнал, я много узнал о Богородице, узнал о поясе Богородицы, узнал историю, как покров Богородицы спас греков в Константинополе. Вот. И много. Съездили мы в город Москва по святым местам, по монастырям. Вот, мы заехали в Троицко-Сергиевскую лавру, мы заехали в Даниловский монастырь, Спасо-Преображенский монастырь и еще два монастыря, название уже не помню. Я туда ездила не один, мы ездили с Артемом, вот он мой одноклассник. Полезно это для меня было тем, что я, закалял свою душу на службах. Немножко очистил от грехов.
И да, я это почувствовала, но это словами не описать, это надо самому почувствовать, потому что, ну, когда ты думаешь, что люди это одни, а потом ты узнаешь, что Бог есть, и после этого ты ощущаешь такую радость, такое тепло в душе, но это не описать словами. Я точно не помню, но я помню то, что у меня бабушка доктор, вот, и она, когда лечила своего пациента, она болела раком, и она вылечила за 6 лет, не просто капельницами, но молитвами тоже. Нужны они, чтобы... Они это нужны обязательно, это должно быть везде, потому что... как говорили святые отцы, то, что скоро придет Антихрист, и потом будет Великий суд, и чтобы православно было больше, чтобы люди не думали только о себе, чтобы они заботились о ближних. Потому что в жизни ты кому-то подарил подарок, а это потом вернется через кого-то. Поэтому... Это должно быть везде и всегда. Насчет того, что я изменился, я немножко погляду на это, потому что до корпуса просто мы с братом не ладили, потому что там взял без спроса ту игрушку, потом он об этом узнал, и начинаются ссоры. А теперь я стараюсь как бы мягче к этому подходить, и чтобы... таких конфликтов больше не проходило, не происходило. Ну, я вам скажу, чтобы они не отчаивались, потому что отчаяние, оно приводит к такому состоянию, что человек просто потом не вернется в нормальную жизнь. У меня уже было такое, но мне мама помогла, и поэтому сейчас я уже более отношусь к отчаянию как ни к чему, как к грязи, которую надо убирать. Также хочу им сказать, чтобы они заботились друг о друге, так как, сейчас даже в войне из-за этого происходит, то, что кто-то с кем-то не поладил, и никто друг друга не заботится. Из-за этого вот конфликты между странами. И чтобы люди верили в Бога, потому что, в конце концов, мы все равно попадем на суд. И уж лучше быть всем в раю, чем в аду. Вот. Самое главное, никогда не сомневайтесь, то, что Бог есть. Он всегда есть, всегда будет. И он был до этого. Дополнительные задания мне очень нравятся. Но мне больше всего нравятся только несколько. Это ОПК, основа православной культуры. Еще его называют просветом. Его преподает, можно считать нашим учителем, и хорошим, можно даже назвать хорошим человеком его Максим Анатольевич. Он бывает, нам что-то рассказывает, ставит сначала кино, мы смотрим, молимся, прикладываем все иконы. И после этого нам устраивают небольшое чаепитие. Дальше мне нравится еще конный спорт. Я туда прихожу для того, чтобы научиться кататься на лошади. Может быть, в дальнейшем буду и выступать в скачках, но пока я еще это не решил. Пока задумываюсь об этом. На просвете... то есть основа православной культуры. Я научился много новому, привык к самой церкви. Мне даже на душе спокойно становится, когда я прихожу в церковь, молюсь за всех своих родных и близких, тех, кого я люблю, в том числе, конечно, родители, там бабушек, дедушек и свою сестренку, которой 2 года. И ее зовут София.
Я тоже очень люблю. Когда я в корпусе, она сильно по мне скучает. Я, конечно, тоже по ней скучаю. Она бывает, когда я разговариваю, нам телефон выдают в корпусе на несколько минут. Разговариваю с мамой, и мама бывает, ей передает трубку, и она со мной разговаривает. Мне, конечно, очень приятно, но хочется тогда побыстрее вернуться домой и поиграть с ней, посидеть. Да, было такое. Летом на Максим Анатольевич, наш взвод предложил съездить в Москву. Поехала очень мало, всего лишь я и вот мой бывший одноклассник со старой школы. Конечно, жалко, что было мало. Это мы, когда приехали, мы рассказывали своим одноклассникам и говорили то, что жалко, что вы не поехали, там было очень красиво и интересно. Ну, в Москву я решила поехать не только из-за ЦПС самих. Я был в Москве всего лишь один раз, а когда поехал с Батином Анатольевичем уже второй раз. И Москва мне достаточно очень нравится. По своей красоте. Там оказывается еще больше церквей, чем я думаю, потому что я когда был первый раз в Москве, я посетил всего лишь две из них. Когда мы поехали с Максимом Анатольевичем, конечно, это было очень веселое и даже хорошее путешествие. Поездка была, конечно, долгой в Москву. Мы даже ночевали в одной из церквей. Там мне очень понравилось, тишина, там покой. Когда мы ехали сначала, мы даже останавливались, бывает, потому что, чтобы передохнуть, там можно было в кафе посидеть некоторое время. Потом, когда мы уже на следующее утро, когда переночевали мы, в одной из церквей, поехали уже в саму Москву. Мы туда приехали, конечно, уставшими, зашли в наш номер и стали отдыхать какое-то время. После этого мы двинулись снова в путь. Потом мы были на ночной службе. Мне ночная служба очень понравилась, поскольку я на ночных службах еще ни раз в своей жизни не был. И, конечно, потом спать хотелось, но все равно все терпимо, когда ты молишься, тебе даже бывает спать потом не хочется. Утром, конечно, все были уставшие, но мы отдыхали, потом в отеле мы поели даже очень хорошо. После этого мы были еще в разных других церквях и особенно в Кремле. На Красной площади. На Красной площади я тоже была один раз, но второй раз уже освоился, знаешь то, что ты здесь был, знаешь, где ты стоял именно, где ты фотографировал все. В основном разные дороги там показывала я, потому что я уже второй раз в Москве, и мы бывали, проезжали по тем местам, там, где я тоже был в свое время. И я показывала, куда можно и как пройти и выйти. Прикладывался я к иконе Божьей Матери. Я у нее как раз уже второй раз был. Мне там очень понравилось. И еще заходили в Троице Лавра. И еще в очень большой собор, который находится около Кремля на Красной площади. Там, конечно, было очень много иностранцев, так же, как и в других церквях, но там было намного больше. И мне даже удалось пообщаться по своим знаниям английского языка с одной, с одной иностранкой, которая была из Германии. Она знала английский язык и рассказывала мне там про саму Германию. Я у нее задала такой интересный вопрос. Ей нравится очень в Москве. Она сказала то, что даже очень нравится. Она приехала одна. Я решила ее пригласить к нам в сам Волгоград. Сказала то, что у нас много тоже есть чего интересного.
Она сказала, я как раз и собираюсь туда ехать. Ну, она там не была ни разу, сказала то, что на следующий день она в Волгоград поедет. Мне запомнилось, ну, даже не могу объяснить как, но была служба, в то время я стояла эту службу. Было интерес тем, то, что я думала, там будет, ну, в основном только взрослые, были дети, даже дети меньшего возраста. Ну, моего возраста и выше я видела очень мало. И хотелось бы, чтобы в нашем возрасте было почаще таких детей, взрослых, чтобы ходили в церковь, не бросали. Просто младшие дети, их родители просто, ну, учат их, то, что там можно причаститься, избавиться от грехов и самому приятно сходить в церковь. Я могу рассказать именно то, что связано с самими молитвами, ну, с самим Богом. Ну, мне сами молитвы, ну, конечно же, есть там Бог, не раз помогал мне, когда я очень сильно болела, у меня была высокая температура, и, ну, просто я ее не мог сбить ни какими таблетками, ничем. Я просто стал, ну, читать «Отче наш», и мне через несколько минут три, наверное, прошло, она у меня снизилась до 36,6, ну, как обычно, температура человека. Мне сразу стало на душе легче, и с этого момента я понял то, что, ну, он и правда есть, и он всегда рядом, и всегда услышал твою молитву. С родителями такого, не знаю, не помню, было или нет, но я молюсь в основном за всех. С сестрой было, когда, ну, она сейчас, конечно, болеет, я тоже за нее молюсь. И на следующий день, как я помолился, мне родители сказали, что ей стало лучше, это у нее температура упала и пока не поднималась. И мне прямо стало очень хорошо на душе тем, то, что я переживаю, ну, как бы за своих родных, за сестру, и стало то, что поскольку я молился и, ну, помог им и своей душе. Ну, я хочу сказать, ну, всем детям, взрослым, ну, тем, кому 18, там, чтобы не губили свою судьбу, там, не пили, не курили, не нарушали разные законы, также мелкое воровство тоже не воровали. Даже, допустим, кто-то потерял там телефон, там, да, конечно, возьмите себе, но не прям, чтобы забрать, а оставить и попробовать как-нибудь связаться с помощью этого телефона хозяин. Если уже не удается и этот телефон вы нашли, обнаружили в магазине, то лучше отдать его продавцу. Был, конечно, один случай, когда я телефон нашел. Шел я не один, а с бабушкой. Это было год-два назад. Я нашел телефон, на валявшийся в песке на земле. Я решила его подобрать и постоять на месте, пока кто-то не придет. Ну, заметил женщину и плачущего мальчика. Я подошел к ним и хотел обратиться. Я у них спросил, что они ищут, они сказали, что телефон потеряли. Ну, я из кармана достал телефон, говорю, это ваш телефон, на песке валялся. Мама этого сына сказала то, что да, это наш, и они даже поблагодарили. Ну, конечно, приятно. Не то, что тебя благодарят, можно даже не благодарить, а приятно то, что ты сделал хорошее дело и не воровал. Также хочу сказать то, что вот эти молитвы, ну, вера в Бога, это не просто какая-то вещь, это даже не относится к волшебству. Ну, к волшебству. Волшебство — это считается грехом, как бы, даже не стоит думать об этом. Молитвы — это как, ну, в русском народе, это так заведено, то, что это относится на то, что народ с древних времен молился, и им Бог помогал.
Также есть матери, у которых нет детей, но они хотят их. Они молились иконе Божьей Матери, поскольку икона Божьей Матери, она считается как бы самой матерью Иисуса. И ей также было тяжело, когда Иисуса на ее глазах распяли. Она не стояла, не плакала, она стояла и молилась за него. Она знала то, что ему придется за всех людей быть распятым на кресте. Она его также любила, и Иисус сам, наверное, благодарен своей матери за то, что она его вырастила, научила чему-то. Также советую им тоже обратиться к этой иконе, либо просто сходить в церковь, там причаститься, и тогда все сбудется. Также советую, даже если вы верующий человек, но вы просто ленитесь сходить в церковь, не хотите избавиться от своих грехов, там проще посидеть на диване, посмотреть телевизор, лучше сходить уже в церковь, помолиться, станет реально на душе легче, как бы причащаешься, там исповедуешься, у тебя все грехи пропадают, как бы Бог тебя прощает сам. Даже на Бога, даже если думаешь, на него даже не стоит злиться, потому что он делает наоборот, всегда помогает тебе, делает добро. Также советую помогать маленьким и пожилым людям, уступать в общественном транспорте, там место. И даже если тебя кто-то не поблагодарит, все равно это ты делаешь чисто для себя, чисто от своего сердца.